Накануне глава Тувы Шалбан Караул проверил качество ремонта дорожного полотна на одной из самых оживленных улиц Кызыла – Ангарском бульваре. Этот участок городской дорожной сети значился первым в перечне убитых дорог, составленном по итогам народного голосования, и поэтому был объявлен приоритетным объектом финансирования из регионального дорожного фонда на 2017 год. По данным Миндортранса Тувы, на ремонт около 800 метров дорожного покрытия было направлено более 40 миллионов рублей, 39 миллионов из которых – средства фонда, остальные – из бюджета города. Были отмечены неровности асфальтового покрытия и малая ширина островка кольцевой развязки, создающие трудности для автомобилей с удлиненной колесной базой вроде автобусов. Как пояснили строители, работы по реконструкции дороги остановлены на стадии чернового варианта в связи с окончанием строительного сезона. Ремонт будет возобновлен весной, когда установятся положительные температуры. Кроме того, по условиям контракта мэрии Кызыла с подрядчиком, дороге установлен трехлетний срок гарантии, в течение которого дорожники будут устранять все возможные разрушения полотна.